Йоу-йоу-йоу, а спонсор ролика сайт warnet.ws. Здесь ты увидишь самые свежие новости интернета. Всегда качественный контент, ежедневные обзоры самого интересного в интернете. А также новое видео, софт, музыка и приколы. Рекомендую, ссылка в описании. Не, борода не седая, ты чё прикалываешься? У меня ни одного седого волоса нет. Я еще слишком молод для седых волос. Это вот у Энди седых волос полно. Да, мне кажется, что он специально по одному, короче, красит. По одному волосу. Чтоб казаться старше. Нормальный тильсон. На гной, наверное, похож. О, хорошо, братан. Договорились. Не, какой версус? Ты чё, прикалываешься? Чё я там забыл? Я же вообще не для версуса создан. Жека, салам, брат. Когда ты выдвигаешься? Когда откроешь в Москве Донер Хаус? Все нормально. Донеры, цепани с собой по-братски пару штук. Заценим. 13-го Жека выдвигается. Хорошо, чувачок. Давай батл с Эминемом. Отлично. Отличная шутейка. Садись 5. С арбузами и с дынями, прикинь. Без дыни. Без дыни. Можно мне арбуз без дыни? Пиздец, как палец грамотно. Охуительная. Охуительная бабушка. Я сейчас было очень весело на самом деле. Давно я так не веселился. Мы зашли в торговый центр, встретили нашего друга Тимура Каргинова и пошли с ним прыгать на батутах. Это очень странно выглядело, потому что мы были самыми старыми, да, на батуте. Мы прыгали с детьми. Их родители с очень большим подозрением смотрели на нас, озирались. Потом я свернул шею, и мы ушли. Ребенку. Да, одному маленькому засранцу свернул шею. Непобежденный. Туапсе салам. Да, туапсе. Триапсе. Туапсе. Триапсе. Нормальная же шутка, заценили вы. Когда тур по Украине, брательник? Ну, тур 2-3 города. Будет мини-тур. Турик будет по Украине. Ой, из трех что-то. Городов. Харьков, Киев. И еще что-то. И еще что-то. В WhatsApp числа ноября. Как жизнь молодая. Нормально. Буду погибать молодым. Все четко. Баку. Салам. Приколись, я попрыгал. Я попрыгал на батуте. Я попрыгал, короче, и у меня этот уши заложило. Прикинь. Отдышка. Я как будто на Эверест поднялся, отвечаю. Эверест. Тагир. Ты чё такой
забавно. Хайпануть решил. Хайпажор. Да не, что-то у меня, не знаю. А может, и заболел. Может, себя не бережем. Какие забавные сегодня у нас вопросики. С кем вы ждете фит, приколите мне? Вот не из этот. Поверните направо. Не из русских рэперов. И вообще не из рэперов. Типа из. Мне вообще желают возможности. Там по-братски не записывай больше треки. Сейчас мне напишут. По-братски, можешь никак завяжи с рэпом. Короче, 15 сентября ждем всех в Питере на самом большом концерте в мире, да. Это большой движ. В А2 будет очень весело, будут все альбомы всех рэперов мира. Мы будем читать все треки во вселенной по несколько раз. Еще я думаю, там будет шоу впервые, короче, за всю историю нашей концертной деятельности. Мы сделаем шоу. Шоу? Салам, брат. Шоу? Салам, брат.